Уже завтра в России отметят День работника торговли. А сегодня лучших представителей этой профессии пригласили в правительство региона. Торговля – ключевая сфера экономики. В ней задействовано более 40% от всех предпринимателей. В отрасли на сегодня занято около 70 тысяч жителей Ульяновской области. Лучших из них наградил губернатор Алексей Русских. Директорам, логистам, кассирам вручили почетные грамоты и благодарственные письма. Всего отметили 34 работника торговли. Я искренне рад в этот особенный день лично приветствовать вас, замечательных людей, истинных профессионалов, без которых невозможно сегодня представить жизнь ни одного современного общества. Пользуясь случаем, выражаю свою глубокую благодарность за ваше трудолюбие и компетентность, терпение и обязательность. И, конечно, за вашу заботу и внимательное отношение к людям. После торжественной церемонии глава региона пообщался с представителями торговли уже за круглым столом. Вместе подвели итоги и наметили планы на будущее.